История со скандалом. В то время, как по всей Европе активно борются с пропагандой экстремизма, у двоих водителей, работающих в Европарламенте, в Брюсселе и Страсбурге, были найдены компакт-диски с материалами, пропагандирующими идеи группировки Исламского государства. Об этом сообщает немецкое издание «Шпигель». Водители отстранены от работы, а бельгийская полиция проводит расследование.